Всем привет, с вами Димас. Вот, сегодня пораньше собрались, решили для вас приготовить вон гречка, которая сейчас всем популярна. Начинаем процесс. Морковь нарежем, ну как бы как на плов, толстой соломкой. Морковь с огорода, так что без красоты. Сегодня прям жара стоит, 18 градусов, но пока еще рано раздеваться. Морковь нарезали, как бы сильно удивлять некого. Нарезка произвольная. А лучок то же самое, просто полукольцами. Как бы он весь изжарится. Попку можно удалить. Печет вообще погодка отличная. Так, ну вот нарезали лучок. Все, морковка у нас. Все готово, чеснок потом кинем. Вот. Также мы используем чуть-чуть, вот мясо есть, обрить свинины, шея. Вот. Немножко ее обжарим тоже. Так что все, пойдем к мангалу, к казану. Все, вот моего мангала, казан раскалился. Оператор, можно, пожалуйста, масло? Спасибо. Чуть-чуть добавим. Достаточно. Спасибо. Вот. И добавляем свининку нашу. Отлично. Вот. Свинина у нас пошла. Прям как это, в Самарканде. Ну так, обжарить чуть-чуть, чтобы колерочек дало. Вот. Это обжаривается. Ничего не солим, не перчим для начала. Снимать будешь? Вот, потом добавляем морковь и тоже обжариваем, колеруем. Температура отличная, мангала прям греет. Морковка постепенно тоже обжаривается. Вот морковь тоже обжарилась, добавляем лук. Сейчас массовка соберется на полевую кухню. Будем кормить людей. В принципе, можно и масло добавить еще, но сделаем это позже. Тем более в тушенке жирная. Может быть, вообще не будем добавлять. Главное, чтобы следить, чтобы равномерно все обжарилось.
Ну, в итоге все дойдет все равно. Камикадзе, лучок, решил покинуть на этот мир. Вот. И где-то минут, может быть, 10 максимум это все обжаривается. Сейчас прям колернется. И уже добавим гречку. Сегодня будем готовить на колодечной воде. Сходил специально для этого, почистил колодец. Вот, так как всю зиму его никто не чистил, как бы некому. В основном в деревне остались одни пенсионеры и люди широкого профиля. Так что приходится иногда вот так выручать. Чистить природу. Если кому-то что-то интересно, можем пишите, можем что-то приготовить лично. Комментарии. Здесь несложно. Готовка — это такая вещь. Главное — желание и время для этого. Вот, ну все, сейчас овощи обжарились, будем закидывать гречку. Вот, ну все, вот гречку нам любезнейший принес, спасибо ему за это. Гречка алтайская, отборная, великолепная просто. Мы ее заранее замочили за час, можно вообще заварить кипятком, еще будет быстрее, так что добавляем гречку. Убавляем огонь немножко, выравниваем, специи чуть попозже кинем. И заливаем воды. Ну, где-то 1-2 будем варить. Достаточно. Вот, огонь еще убавляем. И накрываем крышкой. Будьте добры, крышку подайте мне, если не сложно. Вот, благодарю вас. Накрываем крышкой и все, ждем минут 10-15, все будет хорошо. Ну вот, прошло 5 минут, как видите, гречка почти готова. Добавляем тушенку, свиная. Жир не будем весь добавлять, ни к чему. Говядина, лаврушечка тут сразу изготовлена. Вот, тушенка вся местная, Рязанская область. Магазин не буду говорить, и район. Но пользуется очень большой популярностью, так как все едут через этот старый город в направлении Москвы. Он знаменитый в свое время был достаточно. В летописях упомянулся. Вот. Обязательно чесночок. В серединку
как будто плов. Немного соли. Тушенка соленая, ну, соли можно добавить. Немножко присолить. Без этого никуда. Вот свежая высушенная зелень, выращенная на свежем воздухе, на черноземе. Так что не придеретесь. Перец молотый можно добавить тоже. Кашу маслом не испортишь. Перец душистый горошек. Штучек 10 для аромата. Барбарис можно кинуть, но это опять же по желанию. Он придаст аромат. С кислинку. Вот. Опять же можно добавить гвоздику. Но это на любителя. Прям буквально 2 штучки. Хорошая вещь, говорят, спасает от похмелья. Ну, виднее кому. Вот, добавим 2 банки тушенки, 3 не будем добавлять, мне кажется, достаточно будет. Хотя, давайте 2 добавим, больше не будем. Вот. Воды достаточно у нас. И еще оставляем на медленно углях томиться. Ну, минут прям дойдет она сейчас на однушечке, для сравнения, если кто готовит на газу или на электроплите. Буквально 10 минут. Все, но воды не надо, она все уже доходит. Даже можно с открытой крышкой, как вот готовят в узбеки в стане плов. Они никогда не закрывают крышками, они накрывают либо марлей, либо тканью какой-то. И постепенно у них доходит, у них получается реально альдентум рис. Гречку сложно альдентум сделать, но ее просто можно заварить, запарить. Уже будет. А мы на открытом огне, так что будет дольше. Вот, ну все. Закрываем крышкой. И ждем прям 10 минут, все дойдет. Будем смотреть и пробовать. Увидимся. Вот, ну прошло 5-7 минут буквально. На очень медленном огне. Гречка вся распарилась. Просто. Просто божественная гречка. Такую дома не приготовят. Это только нужен свежий воздух. Но больше для этого ничего не надо. Как бы руки, они у всех разные. Вот. Но свежий воздух здесь главное. Смотрите, это, ну, просто сказка. Пушка-бомба. И мясо тут. Все просто томится. Не разваленное, томленое. С бульончиком даже. Это бульон из тушенки. Воды было минимум. Пробуем на соль. Очень нежная. Ну, интересный ингредиент здесь. Это можно добавить соевый соус. Если можно. Спасибо. Немножко соевого соуса не помешает. Он даст вот этот вкус Азии, который добавит сюда тот ингредиент, которого здесь нет, грибы. Реально, соевый соус с гречкой, можно не добавляя грибы, но люди будут есть и понимать, а где грибы? Ну, грибов нет, есть соевый соус. Это обман. И реально, мозг их обманывает, этих людей. Ну, буквально, ну, 2 чайные ложки. Достаточно. Спасибо. Вот, и все, это еще стоит, я говорю, может стоять целый день. Огня нету, углей нету почти. Она просто сама доходит за счет инерции казана. Казан ее доготавливает. Всем приятного аппетита. С вами был Димас, оператор Антон. Вот, мы желаем вам добра и здоровья, самое главное. Все, увидимся. Всем добра. Пришла наша массовка. Вот, пожалуйста. Следующий. Пожалуйста, приятного аппетита. Спасибо.
Пожалуйста. Приятного аппетита. Спасибо. Здоровья вам. Вот сейчас люди еще подойдут. Как раз мы компот заварили. Горяченький. Сладенький. То, что надо. Вот, пожалуйста. Здравствуйте. Заходите. Здравствуйте. Сейчас, минуточку. Ну, красота. Подкармливает соседний автосервис. Пожалуйста, приятного аппетита вам. Спасибо большое. Душистая, вкусная штука. Красота. Компотик, пожалуйста. Приятного аппетита. Спасибо большое. Здоровья вам. Спасибо. Всего доброго. Заходите. Вот. Мир не без добрых людей. Кормим всех. Заходите. Рязанская область. Всех ждем.